Вань, сегодня состоялся твой второй матч в МХЛ. Как ты его прокомментируешь? Ну, предсезонку играли уже. Уже мандража такого не было. Вот, с партнерами уже сыгрались на тренировках. Вот, помогали. Я помог, чем мог. И сыграли вот так. Давай поговорим немножко о заброшенных шайбах. В первом эпизоде ты отлично вошел в зону и мог бросить. Вот почему решил перевести шайбу на партнера? Ну, когда вошел в зону, увидел, защитник стянулся на меня, и уже в последний момент бросок бы ничем не помог, а так я увидел партнера. Вот у него была выгодная позиция, я ему дал, и он забил. Затем ты забросил свою первую шайбу в МХЛ, с чем мы тебя поздравляем. Расскажи немножко об этом моменте. Ну, повезло, так отскок был. Вот, добил, острый угол был. Боялся не попасть, но попал, и вот. Слава Богу. Кому посвятил свой первый гол? Родителям. Папе в основном.